Здравствуйте, меня зовут Валерий Поляков. Я решил вам изобразить скульптуру девушки из гипса. Я ее лепил с натуры, из глины. Затем я ее перевел в гипс. Она у меня стояла какое-то время. Но решил ее сделать, чтобы она была как мрамор в старину. Значит, я ее покрыл олифой несколько раз, чтобы она впиталась. Затем ее покрыл таликом, чтобы погасить немножко блекс. И вот такая получилась красота. Я человек сам творческий. Я люблю рисовать, живопись, лепить, скульптурой занимаюсь. И очень мне нравятся такие творческие люди, которые также занимаются, рисуют. Всем спасибо.